Военная приемка представляет. Мы пойдем туда, где еще не ступала нога журналиста. Душ, сауна, бассейн, тренажерный зал. Шведская стенка, штанга, беговая дорожка. Антенна космической связи, радиолокационная станция, торпедный отсек. Это что за торпеда? 20 ракетных шахт, 180 матросов и один командир. Здравствуйте. Здравствуйте. Только в нашей программе. Индивидуальная экскурсия по самой большой в мире подлодке. Ядерному крейсеру проекта 941. Какая она большая. Военная приемка. В субботу в 21.25 на телеканале «Звезда плюс».